Уважаемый Дмитрий Валентинович, может ли Россия конкурировать с мировыми фармацевтическими гигантами? Ну, очень хороший вопрос. Конечно, может. Иначе бы я с этим не занимался. Опыт нашей компании показывает, что мы это делаем регулярно, каждый день на отечественном рынке, но сейчас уже и на зарубежных рынках тоже. Недавно компания «Биогат» анонсировала создание препарата для лечения псориаза. В какой стадии находится этот проект? Ну, мы сейчас уже находимся в достаточно продвинутой фазе клинических испытаний. Мы видим предварительно очень хорошие клинические испытания, но псориаз – это не единственное заболевание, с которым мы боремся при помощи тех препаратов, которые выпускаются у нас. Например, самый знаковый препарат, я думаю, в этом году, знаковое событие в этом году, это то, что мы вышли в клинические испытания с препаратом в области иммуноонкологии. Потому что это самый-самый важный на сегодняшний момент прорыв в области лечения онкологических заболеваний. Первые российские препараты первые российские пациенты стали получать этот препарат. А когда все российские пациенты смогут получать этот препарат? Ну, мы ожидаем, что клинические испытания продлятся около 2 лет. Потом необходимо пройти еще регистрационные процедуры в Минздраве. Но вы знаете, у нас есть надежда, что мы, наверное, можем это сделать быстрее. Почему? Потому что препараты такого класса обычно имеют статус прорывных препаратов. И это будет наша большая дискуссия с Министерством здравоохранения США. Министерство здравоохранения США имеет статус прорывных препаратов. В нашем Минздраве такой пока еще процедуры нет. И это будет наша большая дискуссия с Министерством здравоохранения Российской Федерации о том, чтобы ускорить регистрацию этого препарата, так как он очень сильно нужен людям. А в чем особенность этого препарата? Чем он отличается? Препарат применяется при такой агрессивной форме онкологического заболевания, называется меланома. Да? Она очень быстрая, и люди, к сожалению, очень быстро погибают. Но особенность этого препарата заключается в том, что он мобилизует иммунную систему человека на борьбу с этим заболеванием. И это первый случай, когда человек может жить с таким сложным заболеванием, он не погибает. То есть иммунная система начинает справляться при применении этого препарата с этим сложным заболеванием. Недавно ваша компания подписала соглашение о трансфере технологий с Марокко. Что предполагается сделать в его рамках? Ну да, мы очень давно общаемся с нашими марокканскими коллегами. В рамках этого трансфера технологий предполагается наладить выпуск в Марокко препаратов для лечения онкологических заболеваний тоже, потому что это наша основная специализация. То есть мы хотим в Марокко выпускать препараты для рак груди, против такого заболевания, как рак груди, нехошкинская лимфома, ну и многие другие, которые входят в наш портфель. Это очень современные препараты, которые в мире существуют, но их не так много, аналоги которых. Дмитрий Валентинович, открывая производство в других странах, не рискует ли компания своими разработками, своей интеллектуальной собственностью? У нас есть все предварительные и дополнительные соглашения, которые нас защищают в этом. Но вы знаете, основная защита наших технологий – это тот труд, который мы туда вложили. Так просто не скопировать, какие бы они способны были. Но на самом деле в фарме это обычно не принято, потому что в фармацевтике есть определенные правила. Эти правила говорят о том, что если закончился патент, то может делать каждый. Если патент нет, в основном коллеги соблюдают. А в какие страны мира поставляется ваша продукция? Знаете, сейчас у нас идет... Но прежде чем поставлять продукцию, естественно, мы должны пройти регистрационные процессы в Минздравах тех стран, куда она собирается. Вот сейчас мы более чем 62 страны подали документы на регистрацию наших препаратов. И процессы регистрационные идут. Значит, всего процессов более 140. Это значит, не один препарат подан в эти страны, а несколько. Ну, из текущих мы можем назвать... Ну, например, Вьетнам мы поставляем. Там есть фаст-треки. В этих странах есть фаст-треки. Это очень быстро происходит регистрация и допуск на рынок. В Шри-Ланку поставляем, в Монголию. Ну, много стран. Так я уж и не помню. А кто все-таки ваш основной потребитель? Это российский пациент или иностранный? Наш основной потребитель, конечно же, российские пациенты, которым государство оказывает медицинскую помощь бесплатно по линиям тех программ финансирования, которые сейчас существуют. То есть вы понимаете, да, что когда человек встречается с таким сложным заболеванием, весь комплекс и лекарств, и услуг, которые с этим связаны, которые человеку необходимо потреблять, он очень дорогостоящий. И, конечно, государство за свой счет берет на себя заботу об этом человеке. В том числе и обеспечение лекарственных препаратов. А как Значит, государство покупает у нас. Поняла.
Скажите, пожалуйста, а как вы видите роль государства на рынке? Вы знаете, я считаю, что сейчас сделано очень много полезных инициатив, было создано много полезных инициатив, и реально нам комфортно в той регуляторной среде, которую государство создает на фармацевтическом рынке. Но единственное, о чем бы я хотел реально сказать, это то, что государству надо более внимательно наблюдать за действиями иностранных компаний, потому что те самые худшие практики, которые они сюда приносят, совершенно не способствуют ни здоровой конкуренции, ну и самое главное, что они не способствуют качественному лечению наших больных. А что это за худшие практики? Ну, вы знаете, я бы так сказал, ну, некорректное поведение в отношении врачей, ну, извините, подкуп разных форм, всевозможные, так сказать, завуалированные дачи взятки чиновникам от здравоохранения. Там очень много таких вещей, о которых реально надо говорить, в этом разбираться. Ну, если вы посмотрите, руководитель ФАС Артемьев, да, сейчас, он открыто выступает и говорит о тех практиках, которые иностранцы применяют для того, чтобы оставаться еще на этом рынке. И вторая ситуация, да, они, конечно, всеми силами пытаются рассказать обществу, что отечественная фарма не может решать такие сложные задачи. Может, еще как. Это то, с чего мы начинали наше интервью с вами. Мы все решаем, и мы однозначно как бы можем завоевывать очень большие рынки, и мы можем очень успешно работать на благо наших пациентов. Дмитрий Валентинович, скажите, пожалуйста, как вы считаете, может ли вообще человечество победить рак в обозримой перспективе? Ну, знаете, я абсолютно уверен в этом, что мы сможем это сделать. Я не знаю, при нашей жизни, либо в будущем, я не знаю как, но это решаемая задача, и сейчас уже видны подходы на основании тех очень сложных научных достижений, которые в последнее время были совершены. Ну, например, больших достижений в области молекулярной генетики, например, да, в области там, биоинформатики, когда человеческий геном расшифрован, мы все более и более понимаем, за что отвечают вот эти гены, которые в геноме находятся. И, конечно же, онкологические заболевания будут исчезать, ну, будут побеждаться один за другим. Но я думаю, что здесь вот мы на правильном пути. Вот то, о чем я говорил сейчас, именно иммуноонкология, это именно то, что даст нам существенные как бы победы в области лечения онкологических заболеваний. Спасибо вам большое, Дмитрий Валентинович. Удачи. Спасибо вам. Удачи.